Все свои сбережения, 1 000 000 рублей, потратил профессор из Кемерово на то, чтобы в Донецкой филармонии была современная техника. Дирижер и преподаватель Кемеровского государственного института культуры Анатолий Махонько купил учреждению мультимедийное оборудование, 2 современных проектора и средства управления для них. Кроме прочего, музыкант сам отправился за 4000 километров от Кузбасса к своим коллегам в Донецк. Со слов благотворителя, несмотря на 2-летнюю войну и малое количество людей на улицах города, желающих посмотреть концерт оркестра оказалось так много, что в зале не было свободных мест. Я, как бы сказать, проникся действительно их положением, что люди в беде, люди страдают. Вот, тем более филармония. Но решил как-то помочь. Вот собрал все свои ветеранские сбережения и решил.